нужна помощь! Он ранен! Стреляйте! Сокой! У нас потери! Осталось чуть-чуть. Я ошибался насчет Юринобу. Директора Арасаки, собственная сестра. Он не просто коварен, он безумен. Ничего. Скоро мы его найдем. Мои люди готовы. Они ждут моих приказов. Что мне сказать им? Мы атакуем в открытую. Я не собираюсь перед ними раскланиваться. Бросаем все силы в бой. Очень хорошо. Сражаемся насмерть. Пленных не берем. Проблема. Они отключили все лифты. Мои люди сейчас отбивают. Иди к центральному лифту на третьем этаже. Быстро. Ни один полигон не подготовит тебя к тому, чтобы умереть за какой-то лифт. Еще один этаж. Я вижу там лифт. Это как? На куски порву! Помоги мне. Стреляй! Осталось чуть-чуть. Держать строй! Мандара!
В атаку! Будь осторожен. Скорее всего, люди Юринобу уже ждут. Я присоединюсь к тебе, когда ситуация нормализуется. 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Служба разведки Арасаки ликвидирует группу боевиков, которые проводили террористические акты в Рио-де-Жанейро. 2076 год. В укрытие! Служба контрразведки. Скоро тебе начнет помогать на травы. Готов отвоевать у них этот титул. А мои нетранеры разобрались с дверьми. Можете идти дальше. Упрощать мне жизнь никто не будет. Дело тебе подумать. Да ладно, блядь. Адам Смешер! Я так и знал! Поверь, я в курсе. お前はどうしたとは。解放したまんだ。
Я докажу тебя от лица корпорации! Это мой долг, и я его выполню! Я вырву твой ничтожный мозг из черепа! Сопротивление бесполезно. Нога убил магазин. Открой час. Цель почти добита. Не щадить! Вас понял! Только не умирай!
Прикрываю! Наконец-то Смешер покинул этот мир. Ну, что скажешь, Джонни?
Я уделал эту кучу металлолома. Думаю, этого хватит. Слышишь, Смешер? Только попробуй встать, киборг сраный. Ты пощадишь это существо? Измениться никогда не поздно. Подумайте об этом. Ну как тебе, Джонни? Это за тебя. Правильно. Он не заслуживал пощады. Почти пришли. Я тоже. Помни, причинять ему вред запрещено. Помню. Оставлю эту честь вам. Я останусь здесь. Если я войду в комнату, то убью его. И твой договор с Ханако сама утратит силу. Считай, это моя последняя услуга. Спасибо, Гору. Мне кажется, мы сделали невозможное. Иди, Ви. Закончи то, что мы начали. У жестоких забав жестокий конец. Ты? Где моя сестра? Скоро будет здесь. Мне велели за тобой приглядывать. Так что давай без фокусов. Каких фокусов? Я все испробовал. Все до единого. А это тебе не нужно. В нем одна пуля. И она не для тебя. Вот. Что ты видишь? Того, кто проиграл. Одного? Я вижу миллионы. Киото. Дубай. Париж. У них был шанс. Он упущен. Шанс? Шанс на что? Забыть свой страх. Ты что, совсем сбрендил? Нет. Страх. С тех пор, как себя помню, в одном ему нельзя отказать. Он знал, как вызывать страх в людях. Сабура. Однажды он мне сказал, любая ценность – это лишь флаг на ветру, а ветер – это страх. А потом он тихонько дунул мне в лицо. Тогда он ошибся в первый раз. А впрочем, это работало. Его боялись и боятся до сих пор. Этих глупцов испугал мертвый дед из коробки. Мерзость. Если бы не ты, я бы все это изменил. У тебя даже хватило смелости собрать свою банду. Но ты ее бросил, забыл свои мечты, принципы.
И все ради власти. Власти? Правда. Власти. 50 лет назад террористы взорвали это здание. Да, я слышал. И? Что это дало? Немного. Ничего. Но урок усвоен. Если мало взрывать бомбы, что остается? Самому стать бомбой. Ханако. Нисан. Маттейтазо. Секай га кузуру сару токи ва. Канаразу омае га соко ни иру. Ямете. Хито но мае йо. Спасибо тебе, Ви. На этом все. Стоп. Еще нет. Я выполню то, что тебе обещала. Ты пойдешь с Хельманом. Ну а вы? Я должна остаться с братом. Пойдем. Посмотрим, что с тобой. Судьба – ветреная дама, правда? В каком смысле? Всю свою жизнь с чем-то борешься, а потом становишься этим самым чем-то. В прямом смысле. Вакаттер. Нага. Му. Скарета. Иною. Все получилось. Джонни, Ханако не обманула. Вот смотрю я на тебя и вспоминаю, как мы встретились. И до сих пор вижу перед собой все того же дешевого наемника и мелкого вора, который витает в облаках. Ничего не изменилось. Слушай, мы с тобой не первый день знакомы, Джонни Сильверхэнд. Вся твоя деланная разочарованность и бунтарство меня больше не впечатляет. Да, удивительно. Я как будто разговариваю со своей копией из прошлого. Бести, Альт, сколько их было. И кого ни возьми, всех я предал. А теперь ты предаешь меня и себя. О чем ты? Так я тебе объясню. Биочип перемешал не только наши воспоминания. Границы, разделявшие Ви и Джонни, уже давно, так сказать,
стерлась. Я еще тут, если что. Я знаю, кто я такой и чего хочу. Я. А кто этот я? Ты сам-то знаешь? Я из тех, кто не оглядывается назад. Я чувствую, что могу все. Я сам спас себе жизнь. Думаю, тебе это только так кажется. Я знаю. Я все это уже проходил. Да мне похуй, что ты там проходил. Прямо цитата из Джонни Сильверхенда. Нас теперь не разделить. Ты и я одно целое. Если ты решил мне что-то сказать... Значит, тебе самому важно это услышать. Наши пути расходятся, Джонни. Я просто хочу попрощаться. Джонни, я лежу в операционной. Хирурги Арасаки в эту минуту вынимают из меня чип. Ты же знал, что этим кончится. Знал, что придет день, когда я снова захочу жить своей нормальной жизнью. Да не будет никакой нормальной жизни. Они просто сейчас вырежут кусок из нас. И эта пустота останется уже навсегда. Мы так и договаривались. Я остаюсь, ты уходишь. Мы договаривались сражаться вместе и помогать друг другу. Ну да, и мы победили. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ты продал часть себя. Часть нас, корпорации. Оно того стоило? Если тебя парит, что ты снова угодишь в тюрьму Арасаки, то не переживай. Тебя просто сотрут. Ты не понимаешь, что ли? Дело не в Арасаки. И даже не в жизни и смерти. В чем же тогда дело, Джонни? Просвети меня. Дело в принципах, Ви. Только в них. Даже если ты сменишь свое тело на хром, или всю жизнь просидишь в брейн-дансе, а тебе будут судить по правилам, которые ты себе установишь. Потеряешься, они покажут путь. Расклеишься, они быстро склеят тебя обратно. Это заветы, по которым жил великий рокер-бой Джонни Сильверхенд? Этому Джонни научился у Ви. У прежнего Ви. Давай не будем затягивать прощание. Может, еще увидимся, Джонни. И спасибо за все. Если бы не ты, я бы сдох. Наверное, не раз. Помнишь, Декс тебя спросил? Тихая жизнь или лучи славы? Конечно, помню. Жаль, что ты выбрал неправильно. Очень жаль. К тому же, многие функции мозга еще не восстановились. Нервные импульсы перенаправлены на нейропроцессор. Это временная мера. Когда мне ждать полный отчет? Я вышлю его в конце этой недели. Еще раз поздравляю с успешной операцией. До свидания. Приготовьте комнату пациента. У меня что-то с памятью. Как я тут оказался? Некоторые воспоминания утрачены, какие-то потом вернутся. Вам нельзя нервничать. Нейропроцессор и так перегружен. Любые стрессовые реакции ухудшат ваше состояние. Я жив. Я реально жив. Получилось. Мы сможем убедиться лишь по окончании обследования. Выпустите меня. Пожалуйста, выведите пациента.
Журнал. Мы не знаем, когда и как начнется восстановление. Удаление опухоли проходило сложно. Труднее всего далась операция на Энграме. Пойдемте. Будет ли корабль Тесея разбитый и собранный? Пожалуйста, выведите пациента. Будет ли корабль Тесея разбитый и собранный заново тем же самым кораблем? Даже в Киото. Мы первые, кому удалось разделить психические... После песни кукушки. Тоска похоже, по Киото. Даже человеческая душа поддается скальпелю. Конец. Пожалуйста, отдохните. Скоро к вам придет доктор. Иди сюда. Я тебя жду. Жив. Он воскрес в теле своего сына. Генеральный директор, скончавшийся несколько месяцев назад, объявил о том, что его сознание перед смертью было полностью скопировано. Оказалось, его сознание поместили в тело его сына и наследника Йоринобу Арасаки. Эта сенсация прозвучала на сегодняшней пресс-конференции. Минасан, ираш, софу айок. Каре очита хана ва эда ни модоранай то итте имашита. 人は誰も物心ついた瞬間から死を恐れるものです。ついに人類最大の恐怖が克服されました。私サブロアラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。私はかつてヨリノブに生を与えました。 Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. А как же доброе утро? Или у меня хорошие новости? Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. Исследование теменной доли. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Достаточно. Проверка когнитивных функций. Это головоломка.
Пожалуйста, подключитесь к устройству. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Что за приспособление? Оно измеряет скорость реакции зрачка. Какого еще высшего порядка? Операции на энграмме связаны с риском дезориентации личности. Данный тест ее выявляет. Что эти тесты должны тестировать? Запуск настройки устройства. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Путешествие. Свобода. Дом. Город. Враг. Арасака. Принципы. Мятеж. Предательство. Джонни. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. Что вы вообще проверяете? Уровень вашей эмпатии. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. Что со мной? На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Так, ясно. Данные получены. Какой итог? Посмотрим. Проверка моторных функций. Встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Подключитесь к устройству. А что это за исследование? Пожалуйста, идите. Постепенно ускоряйтесь. Что это должно показать? Я же могу ходить. Сегодня по плану серия исследований. Следуйте указаниям. У меня получается? Пожалуйста, экономьте дыхание. Увеличить на 3. Черт. Встань. Уходи отсюда.
Здравствуйте, на 54-м. Я Джиллиан Джордан. Мир по-прежнему бурно обсуждает тот факт, что Сабура Арасака внезапно воскрес в теле своего сына Юринобу Арасаки. Письмо протеста против такого воскрешения подписали. Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. А может, уже есть какие-нибудь результаты? Нет, мы еще не закончили. Сегодня начнем новую серию тестов. Ладно, давайте. Чего тянуть? Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Идем дальше. Подключитесь через личный порт. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Почему я не могу собрать ёбаный кубик? Это я и стараюсь установить. Опять то же самое. Нужны очень точные данные. Ладно, поехали. Настройка устройства. Называйте ассоциацию на каждое ключевое слово. Первое, что придет в голову, понял. Болезнь. Смерть. Мятеж. Джонни. Я сама. Одиночество. Сегодня. Пустота. Завтра. Не знаю. Вы на кукурузном поле. Солнце. От жары у вас сухо во рту. У ног вы. Машина вспорола. Они. На землю надвигают. Данные получены. Пожалуйста. Моторные функции. Личный. Что, прошлого раза не хватило, да? Начинайте ходьбу. Это бессмысленно. Проверка не об... Пока все не так. Попробую чуть побыстрее. Увеличить. Я все. Остановить. Сегодня тесты закончены. Канал связи разблокирован. Можете позвонить домой, на землю. Привет, как сам? Привет. У меня такой же вопрос. Как там Мисти? После того, как ты пропал, она уехала к родне. Скорее всего, надолго. Прислала открытку из Варшавы. На ней нарисован белый медведь. Передай ей привет, когда вернется. Да сам передашь. Я теперь без биочипа.
Врачи Арасаки? Да. Я на их орбитальной станции. Ладно. Тогда, как вернешься, заглянешь ко мне? Тебе понадобится полный осмотр. Если честно, дела не очень. И что я могу с этим сделать по телефону? Я просто хотел поговорить, Вик. Слушай, ты же знаешь, что насчет поговорить я не очень. А Мисти уехала из города. И что мне теперь делать? Собраться и что-нибудь решить? Мы же знаем, ты вполне себе это можешь. Да. Спасибо за совет, Вик. Так и сделаю. Привет, это Джуди. Я не могу ответить, потому что как раз сейчас пакую вещи. Если ты не знаешь, почему, значит, я решила тебе не говорить. Если ты Ви, я тебе позвоню. Может быть, когда перестану беситься. Привет. О, привет, Ви! Слушай, сейчас начнется последняя серия игры корпоратов. Давай я тебе позже перезвоню, ладно? Да, без проблем. Отдыхай. Ага, до скорого. Привет. Привет. Ты не вовремя. Что-то срочное? Типа того. Это правда важно. Блять. Прости, не могу сейчас говорить. Перезвоню. Привет. Ты, блять, охуел? Чего? Что случилось? Поудивляйся мне тут еще. Я говорила с Виктором. Ты, блять, вообще где? Перестань на меня орать. Слышь, мудила, радуйся, что я не могу тебе вдарить. Серьезно, блядь? Где ты? На орбитальной станции Арасаки. Без понятия, на какой. Да мне насрать, на какой. Опять решил в героя поиграть? Ты же у нас крутой. Попросить помочь нельзя было. Как видишь, нельзя. Ах, так, блядь, хватит. Не беси меня. Возвращайся на Землю, пока тебя там не угандошили. Рад был тебя услышать. Я тебя тоже, засранец. Давай, возвращайся. Проверка когнитивных функций. Решите головоломку. Многие обозреватели и аналитики ожидают перехода конфликта в горячую фазу.
Напряжение усилилось после того, как новый директор Юринобу Арасака прямо заявил о причастности корпорации Милитех к смерти своего отца Сабуро. Однако внезапное возвращение покойного босса Сабуро Арасаки, кажется, сгладило конфликт между конкурирующими мегакорпорациями. Кейзоку ва чикара нари. Арасака ша но кихон ринен десу. Муши коно Юринобу ва коно котоба о васуре. Асетте хенка о мотоме сугимашита. Ваташи га теки миката рёша ни тори сузуките кита киоку. Эй! Можно вопрос? Сколько еще осталось этих тестов? Нам нужны очень точные данные. Я так больше не могу. Когнитивные функции. Головоломка. Садитесь. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Преданность. Нет. Я хочу поговорить с Ханако Арасакой. Называйте первую ассоциацию на каждое ключевое слово. Быстро и не задумываясь, да. Человечность. Хватит. Никаких тестов. Ничего я больше проходить не буду. Встаньте на дорожку. Говорите быстро и не задуп. Ви. Все. Когнитивные функции. Это головоломка. Бля, получилось. Когда я нашел тебя среди мусора, ты выглядел точно так же. Вставай. Такамура, что вы тут делаете? Я пришел, чтобы поговорить. Тебя держали здесь, в этой коробке, несколько дней в варварство. Вы специально прилетели забрать меня домой? Меня попросили с тобой поговорить. Оказывается, Сабуро воскрес. В теле Юринобу. Да, справедливость восторжествовала. То есть, вы отомстили? Вы довольны? Я считаю, что Ханако сама нашла лучший выход. Да там вся семья наглухо ёбнутая. Вы это и сами знаете. Следи за тем, что говоришь. Сестра убила брата, чтобы поселить его в теле убитого отца. Сюжет прямо как в виртах категории Б. Они отличаются от таких, как ты и я. И мы не имеем права их осуждать. Чем вы будете заниматься? Охранять задницу Сабуры, как раньше? Нет. Меня перевели в Японию. Прямо отсюда я лечу в Такамацу. Зачем? Новые времена, новые обязанности. Давай лучше поговорим о тебе. Ладно, так что вы хотите мне сказать? К большому сожалению, ничего хорошего. Я скажу прямо, операция ничем не помогла. Ты умрешь еще до прихода зимы. Сука!
пожалуйста, поверь мне и выслушай мое предложение. Еще не все потеряно. Значит, через несколько месяцев я просто умру? Сначала ты будешь чувствовать себя хорошо, но потом болезнь начнет прогрессировать и убьет тебя. Последние недели ты проведешь в кровати. Блять. Пожалуйста, не злись. Я пришел поговорить об альтернативе. Вы обещали, что Арасака меня вылечит, если я помогу вам. Я действительно в это верил. Вы говорили, у вас влиятельные друзья, но и где же они? Я пришел не с пустыми руками. Давай поговорим о том, что можно сделать. Ханако Арасака обещала спасти мне жизнь. Поэтому она и послала меня сюда, чтобы обсудить варианты. Какие тут могут быть варианты? Я на вас рассчитывал, а вы все просрали. Присоединись к программе, сохрани свою душу. Ханако-сама дала разрешение. Ты покинешь это тело, и Арасака будет хранить твою энграмму в Микоше, пока не найдет способ перенести ее в новое тело. Хранить? А почему меня сразу не переселят? На современном уровне технологий это невозможно. Тогда почему это, блядь, было возможно для Сабура? Он оказался в теле своего сына. Схожесть тканей облегчила пересадку. Твой фенотип из-за действия биочипа стал уникальным. Арасака не нашла для тебя подходящего тела. Нет, я на это не куплюсь. Арасака хочет меня закрыть. Не переоценивай свою важность. Для семьи Арасака ты как был никем, так и остался. Ханако-сама благодарит тебя за услугу, когда предлагает такой вариант. В этом нет, как вы говорите, двойного дна. Не знаю, как-то мне это не нравится. Если я соглашусь, со мной смогут делать что угодно. Не волнуйся, тебя защитит контракт. Подпиши его, и ты будешь жить. Там написано, что ты отказываешься от прав, но это формальность. Прогресс опережает закон, поэтому инграммы пока не считаются личностями. То есть я стану корпоративной собственностью? Как и многие звезды брейн-данса и политики. Программа успешно работает, ни одной жалобы на нее не поступало. А если я скажу нет? Клиника не тюрьма. Ты можешь собрать вещи и вернуться в Найт-Сити. Я бы на твоем месте согласился, но выбор за тобой. Не торопись, подумай. Ладно, я решил. Я хочу вернуться домой, на Землю. Ты там умрешь, Ви. Вы хороший человек, Такамура. Вы мне нравитесь. Спасибо, что прилетели сюда ради меня. Но кое-чего вам не понять. Никогда. Чего же именно? Вы не знаете, как прекрасно быть свободным. Ты говоришь так от отчаяния. Подумай еще немного. Нет. Я никогда не забуду вас и то, что мы с вами выдержали вместе. I think of beauty. Прощай. Will never fade away. See your eyes, I know you see me. You're like a ghost, how you everywhere. Thank you.
чем земля в иллюминаторе. Я слышал, красивые, но может про это нам тоже в рот, как про все остальное. Я что хотел сказать, твои импланты сделаны в расчете на земное притяжение. На орбите могут барахлить. И это к тому, что не надо сбрасывать предупреждения об ошибках, ладно? И когда ты вернешься, ну, то есть, если вернешься, я тебе проведу полный осмотр. Может, даже скидку сделаю. Береги себя, Ви. Свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать, ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полный путь. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помог мне на него вернуться. Ладно, созвонимся еще потом. Не забывай нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Это Бестия. Я хотела... автоответчик. А, ну и ладно. Ви, у меня такой вопрос. Ты сможешь передать от меня сообщение Джонни? Даже два. Первое. Он нагло разбалованный хер с манией величия. И второе. Я рада, что мы с ним поговорили. Это все. Берегите себя там. Оба. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец.
Отец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блин, забыл, что хотел. А, вот, да. Сикин, звонил мне агент Аскрэкс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет. Может, развеюсь немного. А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал... Может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас. Для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Здравствуй. Как я понимаю... Тебе осталось жить не более 6 месяцев. Я не знаю, как ты планируешь провести это время. Возможно, ты примешь решение все бросить, отдохнуть и подумать о смысле жизни. А может, наоборот, продолжить делать то, что умеешь. Так вот, к чему я веду. Если ты выберешь второй путь, я и мой отец будем рады предложить тебе работу. Мы хорошо платим. Эти 6 месяцев пройдут быстрее, чем ты предполагаешь. Подумай, стоит ли тратить их напрасно. Привет, это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. На орбиту звонить дорого, поэтому я быстро скажу, что хотела. Мне стало интересно, как у тебя дела, поэтому я разложила карты и... Ох... Шут, Луна и Верховная Жрица. Это очень плохие карты. Будь осторожен со своими новыми друзьями, Ви. Я серьезно. Мне сказали, тебе уже не нужна операция. Я не понимаю. Ты же хотел жить. Один звонок. И тебя бы спасли. Новые штаты умеют благодарить. Нет, ты решил сдаться и ждать смерти. Это за пределами моего понимания. Зачем ты это сделал, Ви? Отого га кимашта.